Всем привет! С вами Ира и канал «Готовим с любовью». Сегодня будем выпекать вкуснейшее песочное печенье с тыквенно-яблочной начинкой. Печенье невероятно вкусное и ароматное. Начинка просто тает во рту. Всем рекомендую его приготовить. Смотрите видео и выпекайте вместе со мной. И радуйте свою семью только домашним ароматным печеньем. Для теста нам нужны будут следующие продукты. 200 граммов сливочного масла, 1 желток, 100 граммов сметаны, щепотка соли и муки. В миску перекладываем просеянную муку, половину. Добавляем масло. Масло я за 15 минут до приготовления достала с холодильника. И сейчас, как обычно, руками разминаем масло с мукой. Делаем крошку. Затем в тесто добавляем щепотку соли, 100 граммов сметаны. Я беру жирностью 21%. Добавляем 1 желток. И еще добавляем муки. И замешиваю тесто вручную. Самый надежный способ. Вот так хорошо еще вымешиваем песочное тесто на столе. Совсем не прилипнет ни к рукам, ни к столу. Тесто послушное. Именно для замеса теста нам понадобится 400 граммов муки. Смотрите. Тесто пластичное, прекрасное. Кладем его в пакет и ставим в холодильник на 30 минут. Теперь приготовим начинку для печенья. Нам понадобится 100 граммов запеченной тыквы, 2 яблока, 3 столовые ложки сахара и 1 чайная ложка корицы. Очищенные яблоки я натираю на крупной терке. К натертым яблокам добавляем корицу, добавляем тыкву. Сахар добавляйте на свой вкус. Печенье, именно тесто, у нас не сладкое, без сахара, поэтому я побольше добавляю сахара. И перемешиваем. Невероятно ароматная и вкусная начинка. Достали тесто с холодильника. Между двумя слоями пищевой пленки раскатываем его. Тесто раскатали толщину в 5 мм. Теперь смотрите аккуратно. Сняли верхний слой пищевой пленки. И теперь нам нужно как можно ровнее нарезать наше тесто на квадраты. Сначала я вот края обрежу так. Обрезки теста используем также для приготовления печенья. Значит, теперь разделяем на полоски. Раз, два, три, четыре. А здесь разделяем на три. Теперь выкладываем начинку по центру. Начинка очень ароматная. Именно она придает печенью божественный вкус. Теперь мы лепим конвертики. Смотрите, берем вот так, с одной стороны соединяем, и берем другую сторону, и вот так вот с обоих краев. Ну вот, такой формы печенья. При выпечке оно может слегка приоткрыться. Вот так даже вкуснее. Теперь берем и снова защипываем края. Некоторые в начинку еще добавляют крахмал. Я не добавляю, мне крахмал чувствуется в начинке. И скажу вам, мне не очень нравится, поэтому не советую добавлять. С одной порции получается 15 печенюшек в виде конвертиков. Ставим их в разогретую духовку на 190 градусов на средний уровень. Режим вверх-вниз. Песочное печенье с тыквенно-яблочной начинкой готово. Выпекалось 20 минут. При подаче
Слегка сверху посыпаем сахарной пудрой. Поверьте, такого ароматного, нежного печенья вы еще не пробовали. Невероятно вкусное печенье. Всем рекомендую его приготовить. Я уже попробовала, это полный восторг. Мне осталось лишь продегустировать печенье. Ну, давайте маленькое возьму. Смотрите, румяное со всех сторон. Песочная основа и невероятно вкусная, ароматная тыквенно-яблочная начинка. Я уверена, что вам стоит приготовить это печенье. Оно вызвало восторг в моей семье и ароматом, и вкусом, и внешним видом. Всем желаю удачной выпечки и хорошего настроения на целый день. Подписывайтесь на наш семейный канал «Дружная семья». Ссылка под видео. Подписывайтесь на наш кулинарный канал. Готовим с любовью. С вами была Ира. До новых встреч. Пока-пока.